проблема экологии не все знают, не все правильно понимают. Поэтому вот такие общественные мероприятия, где люди видят многое, все аспекты окружающей среды. Но главное, я считаю, что в нашей жизни в окружающей среде – это чистая питьевая вода и водные источники. Из реки берем воду не очень чистую, потом ее готовим и подаем в город уже исключительно полезную, здоровую воду, которая считается самой лучшей в России, а то и в мире. То есть действительно это так есть. На фестивале «Экомир» представляем схему водоподготовки воды перед тем, как ее подать в город, как вода из реки чистится перед подачей. Вообще считаю, что по состоянию воды можно определить благополучие вообще общества. Мне кажется, вот всему критериям вода служит. Получаются такие красивые шарики цветные. Красиво? Можешь повторить дома с родителями. Мы сегодня здесь показываем различные химические опыты для детей, чтобы привить им интерес к химии. Я занимаюсь анализом воды, то есть контролируем качество по всему городу, используем все эти реактивы, которые здесь представлены. Просто хотим показать, что химия – это здорово, чтобы дети ей увлекались, шли учиться и приходили потом к нам в Горводоканал работать и помогать нам стоять на страже здоровья города Новосибирска. Очень интересные опыты, стенды и задания для детей. То есть, как показатель, ребенок не ходит по зоопарку, он ходит по вашим локациям именно. То есть ему это намного больше даже интереснее, чем зоопарк. В зоопарк в любой день придем, и очень удачно, что попали именно на данное мероприятие. В данный момент мы работаем над реконструкцией наших очистных. То есть вышли новые требования к качеству воды, которые, опять же, жестче, чем в Европе или там в Китае. Важнее задачи, которые выполняют водоканалы России, я не скажу. Единственная наша функция – это защищать окружающую среду.